Привет всем! Снова на канале Спорт Тесла, с вами Виктор. Сегодня вам подскажу и расскажу, как новый способ вскрытия батареи. Уже был ролик, там я специальную приблуду сделал, как срезать крышку вот эту. Вот. Сегодня покажу по-другому, как можно, чтобы не мудрить эту приблуду, как проще можно срезать. Так, ладно, сильно много времени не буду занимать. Как болтики вот эти открутить по контуру батареи, думаю, вы знаете. Так, вот. Надо снять. Ну, можно не снимать, но лучше снять этот мат. Потом раскрутить болтики. Кто пользуется шуруповертом, советую сразу вот эти болтики шуруповертом не откручивать. Сначала взять битодержатель и вручную по кругу все эти болтики посрывать, а потом уже шуруповертом, ну, чуть-чуть сорвать, а потом уже шуруповертом их открутить, потому что вручную очень сильно долго. Вот. Почему посрывать? Если шуруповертом вы болтик, тут же он на клею сидит, на закрепите резьбы, если вы сорвете вот эти грани, то потом придется или высверливать, или вырезать, или делать надрез под отвертку, ну как-то мутить. Вот берете, была у меня вот такой вот битодержатель, оказалось, вот этот наконечник был непонятно с какого материала стали. Вот я купил в Днепроэме. Это не реклама. Стальной битодержатель, он с магнитиком. Ну, в общем, мне понравилось. Приварил и как раз удлинил, куда надо, можно залезть. Так, смотрите, вот так срываю и по кругу. Вот. Ну, сорвал. Так, это сюда. Это сюда. Вот. И потом раз. И подкручивали. Ну, можно еще срывать это для ленивых. Сейчас покажу. Ну, тогда можно шуруповерту голову свернуть. Вот, смотрите. Вставляете. И потом, не включая, типа отверткой шуруповертом срывать. И сразу все выкручивать. Но есть, поверьте, очень плотно так сидят, что можно и лыха нарабить, себе дополнительную работу придумать. Так, ну ладно, это все выкручу. Потом покажу, как все это дело срезать. Все, продолжаю, и потом позже включимся еще раз. Так, ну что, продолжаем дальше. Все раскрутили, все болтики, все гаечки, вот по кругу, подматано здесь, там под верхней крышкой вот этой по кругу тоже вот этих двух сосков. Тоже потом надо взять аккуратненько вокруг сосков, тут всегда, ну, выглядает герметик, его тоже надо будет по кругу обрезать аккуратно. Вот так. Ну что, начнем отрезать. Смотрите, что для этого надо:
такая отвертка, тоненькая, ну, заточенная, чтобы была остренькая. Потом берете эту отвертку и вот так вот с угла, я уже подорвал, вот так с угла сюда, и поднимаем ее. С одной стороны под угол поднимаем. Так же самое с этой стороны, в эту сторону поднимаем. Когда она уже отошло на всю отвертку, потом берете вот такую отвертку, так вставляете. И на всю отвертку тоже в эту сторону. И в эту сторону. Так, это для чего? Чтобы нормально, берете шпатель, желательно найти вот такой, где помягче. Вот такой вот. Затачиваете вот так вот. Я его за углы заокруглил и заточил. Вот. Это для чего подрезать? Вот смотрите. Ставите. Вот так запомнили где-то, можете метку себе поставить. Вот. Ставили. И вот так вот. Вот, ну заметили, сколько секунд прошло, даже минуты не прошло, отрезал одну сторону. Так же самое в эту сторону. Тут где болтик, подняли чуть-чуть, тут шпилька торчит. Вот, дошел до болтика. Ну тут маленькая шпилечка. Иди покажи. Чем хорошо этот шпатель, что он гнется. Вот. Вот перекинули. Тут дойдет до упора. Надо будет с этой стороны. Сейчас покажу. Отвертку вот так сюда. Под угол, ну чуть-чуть так поднимаете, вот, вот так. Теперь берете большую, вот эта сторона уже полностью, и сюда вот твердку подальше загнали, шпатель вот примерили.
Вот и все. Это резал я на холодную. А еще можно феном хорошо прогреть. Вот по контуру, где клей. Оно еще будет лучше, ну, резаться. Так. Для дальнейшей. Его чуть-чуть подгибает шпателек. Сейчас молоточком подровнять, чуть-чуть подправить, чтобы был острый. И будем срезать вот ту крышку. Ну, та крышка, ну, лучше с феном. Так, ну что, подровнял, подключил. Так, смотрите, чтобы снять дальше. Тут три есть металла. То есть крышка, основная крышка батареи. И еще вот под этой основной крышкой батареи, тут еще есть вот такой кусок тоже металла. Когда будете отрезать, то надо именно отрезать сначала вот эту крышку, потом вот эту. И под ней уже вот тут, когда, ну, я покажу дальше. Тут чуть-чуть надо будет подогнуть, и она так в такой выемке там, ну, в металле выдавлена. Там еще один металл, его надо поддеть и вокруг него обрезать. Вот так. Ну что, пойдем дальше. Так. Для чего я заокруглил края? Он когда новый, края острые. И когда вот бывает режешь вот этот лист, ну эту крышку, оно вот этими углами там зацепается острыми. И ну неудобно. А так оно скользит. Так. Глубоко тут тоже загонять не надо. Вот такими маленькими этими шажочками. Потеляны только в стройке. Что и Тесла ремонтирует. Так. Это сюда. Вот это сюда. Чуть подняли. Так. Давайте отсюда. Вот что я пошел с этой стороны, вот сюда дошел, пошел с этой стороны. Вот тут как раз соединяются металлы, и шпатель застреет. И потом можно непонятно куда порезать. Так. Зашел. Вот, теперь сюда, вот,
Так. Болтика. Так, потом берете, когда все отрезали, вот напротив вот этих полос надо подорвать. Вот. Раньше я показывал, и приблуда была, чтобы вообще не гнуть, чтобы было ровное и ровное. Там палку я затачивал, тоже хорошо все снималось. Крышка ровная была. Вот. Ну а сейчас уже, короче, попроще. Когда оторвали, загибаем. Берем вот так вот. Вот такое положение. Да еще выше. Вот. И потом вот так вот. Раз, два. И она отпала. Поставил в сторону. Потом, когда собирать, проще. Герметика тут нанесли, поставили, прихватили. И потом уже дальше. Так, ладно. Сюда. Так, ну что, как разобрать? Снять крышку. Я уже показал. А, когда будете срезать крышку, какие-то манипуляции с батареей. Вот здесь, с правой стороны, как она стоит по ходу, вот это вперед, назад. С правой стороны есть первый патрон, ну, предохранитель. Вот его надо, ту крышку снять и снять предохранитель для вашей же безопасности. И потом уже начинает вот это все шумать. Вот. Думаю, остальные действия, что дальше, тут вот под крышками этими болтики на 13, их все открутить. Вот. Потом, чтобы вытянуть крайнюю вот эту батарею, ну, сам блок, модуль вот этот, нужно будет раскрутить, и вот тут есть болты в отверстиях. Вот. Планку надо вытянуть вот эту. Тогда вы вытянете крайние вот эти два модуля. Ну, и все. Думаю, ничего сложного нету. Как отсоединить соски от модулей, то там проще пареной репы, я думаю. Так, ну что, кому понравится, поможет информация, подписывайтесь, ставьте лайки. У нас, как уже говорил, разборка. Эта батарея у нас в отличном состоянии. Пойдет на утиль. Вот. Разобрали ее так, чтобы ее отсюда с гаража вытянуть. Вот. Ну, все детали по Тесле, по всем моделям. Заходите на сайт, смотрите. Сайт, описание, все будет под видео. Так что всем спасибо, всем пока.